Что, опять снег? Да, за ночь навалило. Ну, зато красиво. Красиво то красиво, где автомобиль искать? Ходит зима вдоль фонарей. Надоел уже этот снег. На мелу. И во дворах много сонных людей прогревают свои авто. Чей авто? Разве в этом чуть развёл, что не будем пытаться снег открывать. Идет уже. У нас цветущий май. Повезло. Так, что-то видимость не очень. А, не, вот. Видно, все нормально. И сбоку есть обзор. Машинка греется, потихонечку разгребаем. За окном замело, ничего не видно, кажется, все банальным и очевидным. Вот как надо. Хороший инструмент, залог качественного выполнения работы. А вот и студент бежит. Вот, сантиметров 30-35 точно есть. Пассажир уже зато на месте. Через метель нужно успеть туда и сюда. И заполняет столичный проспект. Выехали, но без лопаты дело не обошлось. Какая красота! Говорят, погода может влиять на всевозможные недуги, но такая погода может влиять только на хорошее настроение и прекрасное самочувствие.